В канун Российского дня науки в Тверском государственном университете состоялось торжественное собрание. Поздравить известный вуз приехали депутаты Госдумы, регионального парламента, представители бизнеса, общественность. На празднике ведущим ученым вуза, показавшим высокие результаты в научно-исследовательской деятельности, вручили почетные грамоты и благодарности. Как сказала Людмила Скаковская, исполняющая обязанности ректора вуза, «Мы не просто преподаватели, а самые счастливые люди, которые еще занимаются научной деятельностью и открывают дверь в науку нашим молодым последователям. Сейчас в госуниверситете разные направления школы, в том числе и те, которые были созданы 150 лет назад или совсем недавно. Но каждый человек вспоминает обучение в университете с благодарностью. От телеканала «Тверской проспект» поздравление передал главный редактор Дмитрий Нечаев, который также является выпускником этого вуза. Приглашенные гости тоже говорили с благодарностью об университете. Огромное спасибо вам хочу сказать, как председатель попечительского совета ботанического сада, который на моем избирательном округе находится. Пожелать тоже здоровья, благополучия вашим семьям, уважения нашим преподавателям, педагогам.